селе Шихозаны Канашского района приступили к строительству Дома культуры. Это очередной объект, который будут возводить в рамках приоритетной программы. Село Шихозаны – районный центр и пока единственный, где нет собственного Дома культуры. Построить его местные жители просили давно, но средств в бюджете муниципалитета не хватало. На помощь пришла федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». По этой программе сегодня строится очень много объектов. Все мы про них постоянно говорим. Строятся, ремонтируются школы, садики, строятся дороги, строятся фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры и много других интересных программ. Грантовая поддержка местных инициатив и так далее. Также в этом году еще 5 домов культуры будут открыты. И на сегодняшний день объявлен новый конкурс на 2019 год. На реализацию проекта выделено свыше 50 миллионов. Возвести новый клуб подрядчики намерены раньше намеченного срока, в июле следующего года. Будет отличный комплекс. Будет отличный клуб, где селяне могут провести досуг. Тем более здесь такая будет площадка, да, для отдыха, что действительно для селян это нужно. В администрации района обещают, что Шихозанский ДК ничем не будет уступать столичным домам культуры. Местные жители готовы поделиться своей радостью с будущим поколением и заложили капсулу с пожеланиями потомкам. То, что у нас было на 200 мест, деревянное здание, он уже давно снесли его. 10 лет с лишним мы живем без Дома культуры. Дети или в Сиделью ездят, или в Сеспель ездят, чтобы только где-то проводить досуг. Жители села Шихозаны уверены, что новый Дом культуры станет центром притяжения. Здесь уже готовятся к аншлагам. Зрительский зал сможет вместить сразу 300 человек. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.